Областной музей изобразительного искусства порадовал жителей и гостей Караганды выставкой творческих людей с ограниченными возможностями. Яркие и талантливые работы оценила наша съемочная группа. Выставка глухих художников – это еще одна возможность обратить внимание общества к творчеству людей с ограниченными возможностями здоровья. Это не единственное масштабное мероприятие, которое сотрудники музея проводят с участием глухих и слабослышащих, каждый из которых дает понять – любой жизни есть место творчеству. Хочется, чтобы этим людям вот всегда была открыта дорога к вдохновению, к творчеству, чтобы их всегда вот озарял вот этот вот яркий свет, чтобы их работы всегда такие яркие, солнечные, жизнерадостные, открытые. Ведь художник в своих работах всегда передает свое душевное состояние. В работах, вернее, художник в работах всегда открывает такой диалог, то есть открытый диалог с посетителем, со зрителем. Художник задает вопросы в своих картинах, а посетитель должен на них ответить или найти в них что-то свое, сокровенное. Проникновенным диалогом со зрителем могут похвастаться произведения Сергея Даниловича Щеголихина, руководителя детской образцовой студии изобразительного и прикладного искусства «Юнир Ушканы», участника областных, республиканских и зарубежных выставок. Направления в искусство равные, не одинаковые. Вы видите, у каждого свой мир. Всего участников, художников, не впервые они выставляют эти работы. Лапин Александр Николаевич и я, мы уже давно рисуем рисунки. Экспозиция работ продлится до 18 февраля. Любой желающий может прийти в музей и посмотреть на работы особенных художников, оценить их талант и прикоснуться к прекрасному. Роберт Грав, Зулхарнаис Махаев, Николай Шевелев, 5 канал.